Всем привет! В Мафии сейчас зима. И самое время сесть в танк и устроить небольшой беспредел на дорогах. Ну так что, давайте проверим, что будет, если я, например, начну врезаться в автомобили полиции. Что они мне сделают? Ничего они мне не сделают. Нас тут ехали! Тащу идиота в участок! Давайте просто будем все сносить. Вас понял. Почему-то танк не мнет Волгу. Видимо, Волга сделана из настоящего металла. А, выглядит нестандартно. Так, ну чё, где полицейские-то? Чё с ними? Не так. А на что, интересно, стрелять в танке? Просто беру и долбаю их тачки. Сейчас выйду из танка. И начну стрелять. Это обычный свободный режим. Не понимаю, как тут тачку можно взорвать? Наверное... нужно что-нибудь швырнуть в нее. Так, гранату, например. Как-то граната так долго летела. А что с полицейской тачкой, что ничего не делается? Почему ничего не делается, авто-то? Может, надо так вот обстрелять? Да, четко. Ой-ой-ой, надо срочно в танк. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Так-то они мне ничего не сделают. Ясно. Как мы видим, обстрел происходит со всех сторон. Но как-то они умудряются и сквозь танк стрелять. И это очень-очень странно. Все, едем на танке. Все, сносим на своем пути. Никто там не указ. О, нормально, уже 40 едет. На танке. Четко. Волгу даже снесли. Вот, нас обстреливают конкретно, да? У нас все 4 звезды. А мы едем на танке, они нам ничего не сделают. Интересно, когда у них тачки уже заглохнут? Смотрите, их уже трое. Три экипажа. ДПС. Пытаются остановить танк. Но мне кажется, у них ничего не получится. Конечно, если они не прострелят вот эту броню. Смотрите, отпадает. Они стреляют, и деформация происходит танка. Какая-никакая, да? Этот объект просто туда-сюда двигается, и это, ну, очень задевает. Вот смотрите, прикольно, она летит прям по вот этой вот... Четко. Просто. Веселье все-таки вообще вдоволь происходит. Ну, что ты вот сквозь меня-то едешь, а? Товарищ. Простреливает меня что-то пытается. О, давай. Немецкий автопром, давай его. Да ну, BMW это хлам. Вот четверка, это клевая тачка. Где-то только я не вижу почему-то. О, приоры на приоры. Две приоры. Приора два. Ну давай, чё? Выбрасывай. Классно, они вот меня атакуют и ничего не могут сделать. Все-таки танк это сила. Они ничего не сделают. Все это очень-очень круто выглядит, особенно в Мафии. Давайте попробуем спуститься вниз на танке. Так. А потом подняться. Ой-ой-ой-ой. Так. Вот мы спускаемся на танке. Посмотрим, что будет. Я просто на тормоз жму. Все, теперь еду. Давайте попробуем заехать обратно. Отлично, преодолевает все препятствия. Ой. Угарно. Вылетев за пределы. А они так не могут. Ну а теперь будем отстреливаться от них, так я думаю. Что теперь делать? Или они нас сейчас прикончат тут?
Очень такая нагнетающая обстановочка. Давайте. Давай, что-то. Прям как с горки скатывается. Угарно. Давайте вот в этого попробуем. На-на-на-на-на-на. Классно. Интересно, а тут почему-то нельзя в свободной везде брать и перемещать их, чтобы они скатывались все как с горочки. Очень аккуратно. Там где-то есть бензобак, он может выстрелить. Это нам нужно взять другое оружие. А, вот так вот можем сделать. Четко. Пламенный привет. Смотрите, он-то быстро тушится. Такие маленькие огоньки. И тачка такая. Просто Вита их троллит. Как может. Бумс. Так, минус один. А теперь что будет? Где тут второй персонаж-то? Что-то я их не вижу вообще. Их тут нет. Так, видимо, все, мы разобрались. Взрыв четкий. А эти, кстати, полицейские зимой взрываются. Это прикольно. Черная молния, пацаны. Это ж черная молния. Как зачем? Я хочу тачки все тут поразрушать. Четко. Вот так вот можно веселиться. Танк мы утопили, поэтому больше на нем покататься мы не сможем. Тут уже сейчас придут полицаи. Взяли, блин, сломали тут все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.